сценического косплея. Команда под номером 2. Imperium Theater. Санта-Барбара с Дворецким. Аплодируем, аплодируем! Встречаем! И еще поаплодируем, ребята. До убийства еще целый час. Вот я и решил скоротать время в поместье моего любимого Себастьянчика. На этот раз я его определенно не упущу. Там брежет свет. Грей, ты как день, стань у окна у белого соседства. Она и так от зависти больна, что ты ее затмил своей белизной. О, Уильям, и ты здесь? О, милый, о, жизнь моя, о, радость. Стоит сам не зная кто, губами шевелит, но слов не слышит. Мое лицо спасает темнота, а то, ты знаешь, со стыда сгорела. Он задумался упрятан. О, быть бы на руке его перчаткой, перчаткой на руке. Не сон ли это? Нет, не сон. Я чувствую, слышу, вижу. Как я счастлив! Ты мне понадобишься. Подождите, господин Себастьян, вы так много для нас делаете. Вы наверняка устали.
расслабиться? Почему бы и нет? Пришлось это починить. Вот ваше письмо. Итак. Мой милый мальчик, надеюсь, у тебя все хорошо. Я слышала, что твой старый знакомый Виконт Друид проводит необычные вечера у себя в поместье. Будь добр, проверь. Мне удалось раздобыть для тебя приглашение на сегодняшний вечер. Но главное помни, там указано, какой именно костюм ты должен надеть, чтобы тебя туда пропустили. С любовью, твоя королева. Какой костюм? О чем она говорит? Я уже все выяснила. Пойдемте готовиться. Боже мой, какая роскошь! Воистину последний день сезона. Чувствую, будет интересно. Зачем вы нацепили платье на меня? О, какой ты милашка, правда милашка. Что, тебе не нравится? С чего мне должно это нравиться? Тише, тише, леди, не пристала так кричать. Себастьян, ты... Именно, нужно придерживаться легенды. Лао будет моим поклонником, сеньор и пятница с провинцией. Себастьян ее домашним поставником. Почему это я, мне пятница? О, я всегда хотела на чурку. Милую чурку, чтобы одевать ее в пышные платья. Хотела бы встретить здесь свою невесту. И кто прав? Сколько красивых платьев! Какие чудесные шляпки! Плохо дело не послышалось. Как мило! Себастьян! Миледи, умоляю, тише. На этой девочке такое милое платье! Куда делась девочка? Что Элизабет здесь надо? Странно, что наша невеста появилась в таком месте. Вас раскроет, а еще все присутствующие поймут, что юная леди на самом деле юный джентльмен. Ваш поклонник. О, зайчик мой, хотите, я вам покажу мою коллекцию уникальных шапок? Почту за честь. Спасибо вам, дорогуша. Спасибо вам.
Допросил виконта. И что ты? Прошу прощения. Что здесь происходит? Здесь происходит, Ташка моя, бал маскарад. Чему вы удивляетесь? Лиззи, ты же так хотела, чтобы я веселился. Вот и... О, я так рада, что ты прислушался ко мне. Ты такой милый.